Так, здравствуйте, наши крольчата. Продолжаем их наблюдать, как они у нас растут. Поднимусь немножко выше. Вот они какие. Им сегодня 17 дней. Выкладываем, конечно, не каждый день, но вот из последнего ролика можно увидеть, что есть разница. Подрастают малыши. Видите, уже какие симпатичненькие. Но еще сами не кушают. Вот такие вот. Это моя ладошка. Вот. Какие они. Это цельненький, самый большой. Беленькие. Черненькие. Вот такие у нас они. Шустрики. Шустрики, шустрики. Эти малыши какие. Ну, кормичка будет кормить. Видать, недавно кормила. Сейчас они к ней не лезут. Какие. Прячется, видите. Сплюхи. Спят. У нас есть кроль, его младший сын прозвал Санек. Это вот, видите, беленький, это от него. Ну, это все, конечно, от него, но были, была крылечка с ним. Соненькие. Шуметь сильно не рекомендуется, потому что у них нервная система слабенькая. Сердечко может не выдержать. Так что нужно аккуратненько. Пополз. Каратих лежит. Все, пока все. Все шестеро живы, все в порядке. Будем надеяться, что будет с ними все хорошо. Ну, бывает иногда такое возникает, что они переходят на свои корма, и у них начинаются проблемы с пищеварением. Опять-таки уже говорил, что может быть какая-то травка попадется не такая, как надо. Потому что луговые травы, там может попасться все, что угодно. Борщевика очень много. То есть если таким маленьким попадется, то, конечно, может сказаться негативно. Ну, будем смотреть. Главное не отсаживать их, не отлучать от матери в очень раннем возрасте. Бывает такое, что месяц уже отлучают, когда они уже начинают есть сами. Ну, можно больше держать, полтора месяца. Будем смотреть, посмотрим. Куда мы их будем пересаживать, еще тоже пока не знаем, как оно у нас будет.
Заходите, смотрите наших малышей, как они подрастают и что будет дальше. Все, всем спасибо за внимание. Заходите на канал, подписывайтесь.